Добро пожаловать на канал Lilo Opt, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор силиконовой формы на планшете. Удивительный мир творчества в современных условиях получает значительно больше преимуществ и возможностей для своей реализации с гарантией получения желаемых результатов. Силиконовые формы всевозможных форм и размеров значительно облегчают весь процесс созидания. Детальная прорисовка всех, даже особенно мелких элементов, объемной и сложной фигуры позволяет выпекать чудесные, забавные и неповторимые кондитерские изделия, изготавливать мыло ручной работы, декоративные изделия, а также просто делать всевозможные поделки с вашим малышом. Отличным изобретением стало и появление на нашем рынке силиконовых форм на планшете, позволяющие со значительной экономией времени выпекать и создавать одновременно несколько изделий. Преимущества использования силиконовых форм на планшете таковы: безопасный качественный материал, гибкий и легкий, занимает мало места при хранении, четкая детализация рисунка, разнообразие форм и размеров, возможность создания объемных фигур, антипригарное покрытие, тесто не прилипает к выпечке, возможность готовить много и одновременно, возможность легкого извлечения готового продукта, легко мыть и хранить, экономия времени. Купите силиконовые формы на планшете любой тематики и приготовьте в домашних условиях качественные изделия, такие как кондитерские, печенье, кексы, сладости, помадки, шоколадные конфеты, мыло ручной работы, фруктовый лед, скрабирующие косметические препараты, декоративные изделия из остывающих материалов, такие как фигурки, модельки машин, магниты на холодильнике и так далее. Вот так выглядит силиконовая форма на планшете. Она гибкая, удобная, хорошо гнется. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!